Судя по заднему фону, я думаю, вы уже догадались, чему посвящен этот выпуск. Конечно же, наступающему празднику 8 марта. В этот день девушкам принято дарить подарки. Но у многих мужчин с выбором подарков, к сожалению, бывают проблемы. Я решил провести необычный эксперимент. Буду дарить своей девушке бюстгальтер. Ну а что, хороший подарок. И буду просить о помощи случайных казанских девушек. Посмотрим, насколько они отзывчивы. Отдел женского белья. Девушка, а вы можете нам помочь? Смотрите, план такой. Скоро же 8 марта. Да. Нужно подарить девушке бюстгальтер. Угу. Ну, обычно девушкам дарят бюстгальтер. Да. Вот. Все так делают. По какому принципу? Размер, да? Лучше было посмотреть у девушки. Дамы, собственно говоря, да. Вживую, типа. В лифчике, да? Бывает размер одинаковый, но может вообще не подходить по размеру. А вообще, может быть, есть какое-то, ну, что-то классическое обычно, что девушки покупают, берут? Ну, я думала, лучше что-то нарядное взять. Она не намекала, нет? Как, что ей дарить нужно? Не намекала. Я для своей девушки еще подарок. Самый популярный подарок, наверное, это белье, женское белье. Вот, я бы хотел купить бюстгальтер. Вот, но я вообще не разбираюсь, не понимаю в этом ничего. Вы могли бы помочь? Солидарность женская. Ага, хорошо. Насколько мне известно, есть... Ну, вообще много разных видов. Вот есть вот такие, есть вот с такими махрушками. Ну да. Вот есть без махрушек. Я не помню размер, точнее не знаю, они же там первый, второй, третий, четвертый размер. Пятый, шестой, ну дальше. Пятый, шестой размер. Но, по-моему, фигура как у вас. Ага, круг сузился. Да, круг сузился. Я поэтому к вам подошел, может, вы могли бы мне помочь. Да, я могу помочь. А, смотрите, у вас с девушкой сколько месяцев отношений? Две недели. Недели? Ой, дата-то какая не круглая. Какой цвет хотите? Цвет, я думаю, черный. А суконка, например, ну, суконка... Как вы? Like you? Do you speak English? Yes. Суконка и вес, ну, 50. 50. А вы откуда приехали? Вьетнама. В общем, я хочу подарить бюстгальтер. Угу. А сколько лет? Ей 26. Угу. Нормальный возраст? Да. Ну, 2 недели, это же рано. Нет, нормально. Вы знаете ее размер? Единичка, скорее всего. Или полтора. Такой прям очень нескромный вопрос. Все-таки я его задам. У вас грудь не 4-го размера? 4-го? Да, просто у меня у девушки такая же фигура, как у вас. Скоро 8 марта, и я подбираю ей подарок. И думал подарить ей бюстгальтер. А, может быть, вы могли бы мне помочь с размером, там, с формой? Какие цвета она любит? Цветные, черные, белые, с бретельками, с пушапом. Скорее всего, по цвету что-то классическое, например, черное. В принципе, черного цвета не так много. Может быть, то, что вы носите? То, что я ношу, скорее всего, ваша девушка не носит. Почему? Я предпочитаю носить. Девушка, можете помочь мне с бюстгальтером? С бюстгальтером? Да. Ой, я их не ношу. А подождите, а вы сказали, вы не носите, то есть что-то другое, другая альтернатива? Вообще никакой. Я считаю, что девушкам вообще, в принципе, не нужен бюстгальтер. Ну, если нет проблем, конечно, с грудью. Не знаю, продолжение, да. Я потрогаю, размер не помню. Думаете? В смысле? А вообще в целом... Размер, знаете? Размер, по-моему, единичка. Просто показать, какая из них единичка. В смысле, какая из них? Там же написано. А в качестве подарка нормально вообще на 8 марта? Ну, удивительно. Вообще, бюстгальтер – это нормальный подарок? А давайте-ка мы спросим, чего действительно хотят девушки на 8 марта. Ребят, привет. Вопрос. Какой подарок девушке на 8 марта можно подарить? Кольцо, наверное. Цветочек, да. Встречайтесь? Да. Что ты будешь дарить на 8 марта? Это секрет, я не скажу. Давай тебе подскажу кольцо, либо цветочек. Да? Да, спасибо. Вот белье, нижнее белье – это хороший подарок или нет? Да. Достаточно. А какой подарок вы бы хотели получить на 8 марта? Ой, мамочки, напугал. Вас напугал? Да. Цветы, точно, и не знаю больше. А вот, например, нижнее белье? Нет. Это плохой подарок? Нет, это хороший подарок, но просто каждому свое. Мне, например, не надо. Часы. Часы? Да. А, хорошо, скажите, а вот нижнее белье – это хороший подарок? Ну да. Бюстгальтер? Да, если хорошо подобрать. Мне кажется, у нее фигура как у вас примерно. И грудь, наверное, как у вас. У меня тут грудь почти без лифчика, ну такой жиденький. Получается, это какой размер? 2. 2. Вот, наверное, да, я думаю, двоечка. Вот этот бы лифчик вам подошел, вот этот? Нет.
А какой бы вам подошел из второго размера? Наверное, вот те больше нравятся. А давайте вот вы просто покажите, внимание. Да, вы покажите, который бы вам подошел. Я на это буду ориентироваться. Так, а цвет может какой-то, знаете, на любви? Мне кажется, черный. Классика. Отличная черный. Девушка, да. А то, знаете, есть кто... Разноцветный любит, да. Такие, например. Да. Это у вас какого размера против? Ну да, скажем, второй, но я покупаю первый размер. Ага. Чтобы грудь подтянуть. Это хитро. Да. Вот такой вариант неплохой, думаю. Угу. Такой, знаете, вот сексуальный. Сексуальный, да. Да. Это да. Скучно. Это скучно. Да. А что не скучно, интереснее? Вот прям ну, быть. Кружевное что-то. Да. Кружевное. Это кружева. Это кружева, да? Да. Только лифт вам нужен. Да. Без трусиков. Без трусиков. Это маленькие? А, ну это да. Однерка. Ну да. А так это у нее... Вот, больше? Нет, у нее, наверное, такой... как раз и однерка. Ну вот это вот ее, как бы, вы же ее лифчики видели? О, вот это вообще, да, вот это вообще хорошее. Да, и очень хорошо выглядит. Оно такое мягкое, это нормально? Это наоборот да, хорошо, да. Это лучше, чем, хорошо, да. Чем пушап. А не будет просвечивать соски? Будут, так будут, это будут, есть так смысл. Да. Так и должно быть, да? Да, да, это нормально. Платье возьмем и белый, и черный, и вот розовенький тоже возьмем, потому что цвет, в принципе, классный, и девушка такой любит. Ну вот вам визуально, как мужчине, что бы больше понравилось, вот это или вот это? Вот эти красивые, вот эти вот. Тогда и можно один черный. Черный и вот этот розовый. Ну, нам тогда придется взять вот так, все четыре. Все четыре? Да. Ну, примерить, а потом посмотрим. А то есть вы поможете еще примерить? Я могу примерить, вы можете посмотреть, как это на мне выглядит. Я подарил поездку в Калининград. Уже подарили? Да. Ну, как бы не подарил, но купил билеты, поездку. В бюстгальтере нижний билет – хороший подарок или нет? Я думаю, да. Да, но я думаю, тяжело подобрать парню. Либо какой-то сертификат можно в магазин нижнего белья, а вот так, чтобы самому купить, мне кажется, это очень тяжело. У меня был один плачевный опыт, не подошел, и в итоге сдать нельзя ничего. Поэтому я сейчас больше не дарю такие подарки. Поездку куда-нибудь, например. В Калининград. В Калининград. Да, с внуком мы собирались, собираемся уже 3 года, все никак не можем, нас же пандемия остановила, а так мы всегда с ним, в общем-то, раз в 2 года ездили. Какой подарок вы бы хотели получить на 8 марта? Цветочки. Цветочки, а вы да. Встречаетесь? Да. Хорошо, а что еще? Какой-то творческий подарок, может. Творческий подарок? Да. Ну, например, картина, да? Может быть. А в целом... Это нормальный подарок, да, бюстгальтер? Ну, это сложный подарок, потому что если не понравится, то чего? А не слишком откровенный подарок? Откровенный. Он самый маленький, ну, в смысле, по объему. Если она прям сильно худенькая, то вот такой можно. Все, спасибо тебе большое за помощь. Ага, пока-пока. Мы выбрали, но я не уверен, потому что мы еще мало с ней знакомы, я ее плохо знаю. Можете ли вы как-то помочь мне? Может быть, вы бы примерили, а я бы посмотрел. Давайте, только одним глазом, хорошо? Хорошо. Я стесняюсь того же. Хорошо. В раздевалку? Ну, давайте, хорошо. Пойдем. Ну, как? Ну, вот это красиво. Да? Вот. А вот к лицу какой больше? Вот можете сразу вот, вы сориентируйтесь. Это хороший вариант, да? Да, добрый. Удобно. Удобно? Удобно, да. Как вы хорошо по-русски говорите. Спасибо. Ну, хорошо, давайте я на этом, может быть, остановлюсь тогда. На 8 марта это хороший подарок? Конечно. Значит, я примерю и вас позову. Хорошо. Так, ну вот последний вариант. Как? Ну, мне этот вариант нравится. Получается, это 4-й размер, классический бюстгальтер, да? Не совсем. Он с пушапом, но, знаете, хорошо подчеркивает. Я думаю, что он вашей девушке тоже подойдет. Деньги – самый лучший подарок. Еще раз? Деньги. Деньги? Почему деньги? А вот девушка потому сказала, что самый лучший подарок – это подарок из пластилина. Если парень из пластилина что-то сделает, то это будет самый лучший подарок. Для каждого свое. Деньги. Деньги? Да. Почему? Ну, так, на все мои хотелки. Давай, сколько денег? 20 тысяч. Рублей? Да. Какие у тебя хотелки? Я хочу в отпуск в Сочи съездить. Я бы хотела... У меня, смотрите, у меня чехол порвался, я бы хотела чехол. Чехол? Угу.
Знаете, какой послевкусие остался у меня после съемок этого ролика? С одной стороны, мне немножко неловко от того, что пришлось обсуждать такие темы с незнакомыми девушками. А с другой стороны, мне безумно приятно, что мне никто не отказал. Казанские девушки, вы самые отзывчивые, самые классные. Я вас всех поздравляю с 8 марта, желаю много-много-много-много любви. Нияз Гатаулин, канал Татарстанда.